Ну что, дорогие друзья, вот и финишная прямая, вот она кульминация этого сезона. Vivitas против Art of Execution. Гранд финал легендарного дивизиона. Ну что же, я думаю, все было и так, много чего хорошего и плохого, наверное, тоже сказано. Осталось лишь последнее слово за этими командами. Напомню лишь одно, что команда Vivitas находится у нас в преимуществе в одну карту, так как прошла в гранд-финал по сетке виннеров. Ну а этот матч для вас прокомментирую дуэт комментаторов Герман Гроф и Максим Чейф. Макс, привет! Ну что ты ждешь от гранд-финала? Привет, привет, Герман. Добрый вечер любителям Point Blank. Ну как чего? Конечно же жары, конечно же полноценная BO5. Посмотрим, будет оно здесь или нет, но... Давайте без лишних слов, сразу же с места в карьер. Ну что, первая карта убежище. И напомню тем, кто вчера не был с нами на стриме, убежище вчера выиграла команда Vivitas. Да вчера Vivitas вообще выиграли 2-0 у команды Art of Execution. И это было действительно небольшой сенсацией. Ну, будет ли сенсация сегодня и вернутся ли команда OXZ сразу на тропу 1-1? Или же все-таки Vivitas на 2-0 у нас сейчас выйдут? Так, Vivitas 6 игроков, Максима 5, как всегда, со своей кнопкой. Но это уже добрая, традиция. Ну что же, первый контакт на карте. Фрид против Эмки. Эмка уже падает. Остается лишь зомбак под бэплентом. Ну и выходит через шорт к нему Тео. Все, бэплент занят. Размен от зомбака был с гранаты, но хотя бы так. Хотя бы так. Пытается Тео еще закрыть на света. У него это получается сразу на пару. И Етаган разменялся по Вейзику. Это уже 2 в 3. Но давайте смотреть за продолжением. Да, конечно, пока что ситуация в преимуществе по игрокам для команды OXZ. Но пошло выбивание уже через позиции шарта. Гантели готов открываться на перестрелку. Есть минус, дали моментальный размен от Райдена. И Таган выходит добивать своего оппонента. Но Макс просто так не сдается. Еще и хелпа от Тео приходит. Но на два фронта воевать, конечно, очень тяжело было. Но и Тео ставит точку в этом раунде. Ну что ж, довольно бодрое начало в атаке со стороны команды OXZ. И первый раунд в активе. Да, ошки сразу, причем, начали давить на сильные места. Причем не на слабые, а на сильные места команды Vivitas. Они знали, что МК будет, вероятно, играть агрессивно. И Виталий Попов взял на себя бразды правления и пошел в решительный пуш. Так, здесь уже у нас вид просел немного по хелсбару. Сняли у него 36 хп. И вот здесь попытался Тео сыграть на ноге на коннекторы. Там уже Етаган его встретил, и очень хорошо. Но Итаган пойдет дальше. Пушит здесь у Райдена. Теперь огромные проблемы. Райден пытается, наверное, отсюда уйти. Ну и гранат хорошую откидывает. Фрид находит размен у нас под Зига. И там зомбак остается в секрет-руме. А Фрид уже к нему проходит. И Фрид его здесь не оставит живых. Да ладно, зомбак! Вот это реакция! Вот это было сильно. И здесь у Уэзика огромные проблемы. Свит к нему выходит в спину и ставит хедшот. Но поехали смотреть за продолжением позишки. Есть информация, что пробрался на позиции бомбсайта. Свит попытается его закрыть. Есть информация по Олегу. Олег пошел на выбивание, но тем не менее Никита здесь оказался все-таки шустрее и смог перестрелять своего оппонента. Смещение через мидл от Райдена на данный момент 28% здоровья. Ну и сейчас принимает решение в соло атаковать позиции бомбсайта. Ну, в принципе, здесь у него других вариантов нет. Он так один на карте. Открывается на перестрелку. Свит ставит точку в этом раунде. 1-1. Так, ну что же, сразу Vivitas разменялись по раундам, ну и теперь пойдет у нас жаришка жаркая. Пойдем дальше смотреть за этим противостоянием. И Свит очередной раз аркадит мидл. Вейзик дал ему прострел, но не попал. Поехали по длину. Теперь посмотрим, что у нас там. Под Райдена летит граната. В принципе, она его не должна здесь коцать. Хоть конец покоцал, ну, 11 хп, в принципе, не столь... Не столь страшно. Ну, поехали под коннектор, вероятнее всего, опять под Итаган попробуют выйти. Но я-то здесь кладет себе смоки, и все-таки смоки, наверное, грех было бы выходить команде OXZ, учитывая, как хорошо летит у Итагана последние пару дней. Но посмотрим, пока что АОшки именно всей своей толпой находятся в районе Альфы. Судя по всему, выход шарта и коннектора как раз таки намечается. Тео пошел уже первым в атаку. Есть информация по Итагану. Закидывают гранатами как могут игроки команды OXZ. От Вейзика из них плохой минус. Зишка забирает Итагана. Моментальный размен от цвета. Смещение на мидл. Но пока что позиции Аплинта держались. Но здесь Свит погибает. Эмка подтягивается вместе с зомбаком по Райдену. Нету, судя по всему, информации. Эмка смог все-таки добыть фраг. Райден находит моментальный размен. Есть информация по зомбаку, но зомби ставит точку в этом раунде. Миссия. Это 2-1, но жаркая перестрелка под Альфой. Да, слушай, Vivitas очень классно сейчас смогли выбить аплент, несмотря на то, что два игрока выходили с такой не очень хорошей позиции, я имею в виду с песков. Там, казалось бы, вроде АОшки должны закрывать, но вот как же по таймингу смог еще был хороший под аплентом.
и под этот смог зомбак вместе с МК просочились. Аркада от Андрея Франко. Виталий Попов падает, и проблемы начинаются уже прямо сейчас у команды Art of Execution. Два раунда подряд уже у его соперника имеется. Ну и только, я думаю, будут наращивать свой темп команда Vivictus. Но сейчас как раз-таки мы за этим и посмотрим. Вейвиктусы, добыв хотя бы один фраг для себя, они сейчас не собираются лететь вперед, не собираются сразу же играть в агрессии. Пока что сидят спокойно, каждый раунд сейчас на счету у этих ребят. Естественно, то, что не хочется позволять своему сопернику брать преимущество, как сами проходят по плюс одной карте из сетки виннеров. Но выход через мидл имеется, Вейзик принимает здесь своего оппонента, минус по Итагану, моментальный размен от цвета. Эмка еще ставит пачку по Тео, но как-то выход крайне неприятен сейчас был для команды OXZ в апленд, но Райден нашел размен. Ну вот это спасательный круг сейчас, вот этот минус от Райдена был, они могут попробовать зайти в апленд, но вот здесь Зибон должен, конечно же, постараться минуса делать, но его постоянно прессингуют. Хороший смог, отрезающий хелпу дается от этого, флешка была от Райдена, но Райден пока что не торопится ставить бомбу. Он понимает, что нужно еще найти фраг. И все-таки будет? Да, будет установлена бомба от команды Art of Execution, ну и это самое звено, Зи плюс Райден, который вот клатчи от них на этой же карте мы не устаем вспоминать. И действительно, тот момент 2 в 4 был просто шикарно отыгран, не без ошибки соперник. Но теперь 2 в 3 чуть проще, но в этот раз, я думаю, соперник будет играть куда внимательнее. Ну и через лонг играет Свит. Ой, как же жестко Райден поставил. Райден играет дальше агрессивно, очень сильно. Сейчас попадает по эмке, 21 хп ему снял сразу же. Ну и зомбак попадет, наверное, в размен. Эмка тоже падает, зомбак! Если бы не зомбак, это было бы 2-2, а так это 3-1 на табло для команды Vivictus. Но Райден был крайне близок, он и зомбака уже успел надамажить, но тем не менее, его хелсбара не хватило. 3-1 на табло, продолжаем наблюдать за противостоянием, команде AOXZ надо срочно сокращать дистанцию, соперник видно то, что разошелся, причем уже не на шутку, и надо моментально команду Vivictus eSports остепенить и заставить ребят тоже немного понервничать. Выход на боковую у нас имеется, Эмка принимает решение сходить на аркаду, откидывает гранаты, но здесь фрик полетел вперед, и от Виталия Попова имеется уже open фраг, минус Эмка, смещение на позиции беты, ну а там один зомбак, еще и свит ушел на мид, но это может быть ошибка для него. Да, у зомбака здесь проблемы огромные, в принципе, как у всей команды Vivictus, но здесь опять же, да, надавили на то место, на которое очень любит давить команда OXZ, это, конечно же, бэплэнд, и вот Эмка является во многом принципиальным соперником, либо для Фридоса, либо для Тео, и когда Эмка падает, это, по сути, наверное, ну, 30% работы точно вы сделали. Главное там уже из зомбака застать врасплох. Ну, хороший минуса 2 гантели сделал. Но этого, опять же, не хватило для взятия раунда. 3-2, а ОШКИ все-таки берут для себя этот важный раунд. Но, опять же, это атака. А на атаке нужно по-любому забирать первую половину. Но пока у ОХЗ, не знаю, меньше шансов, чем вы видите, судя по счету. На ОШКИ молодцы, молодцы, довольно неплохой выпад был под позиции Б-сайта. Да, опять же, там Эмка немного подставился, но тем не менее, что сделано, то сделано. Смещение на лонг, Максим Бабушкин в очередной раз пытается добыть информацию, добыть фраг для своей команды. Гантели играет теперь с бомб-сайта, и Таган закрывает выход коннектора, плюсом хелпа будет от цвета с мида. Пока что все дефолтные позиции для себя занимают игроки команды Vivictus eSports, но куда же все-таки направится атака? Как мы с вами видим, по первому таймингу игра явно была на направлено под позиции боковой. Фрид был готов принимать здесь своего оппонента на аркадах, но тем не менее выпадов на мидл и на боковую со стороны обороны не наблюдалось. Смещение имеется опять же на мид. Тео открывается на шорт, и Энка находит минус. А там еще и зомбак прочитал эту перетяжку на Б-плент. Да, это действительно была попытка фейка АОшек под Б-плент, но там уже Райден находит минус, но Эмка живет еще в пленту, и как же трудно сюда будет пройти и Райдену, и Зибону. Райден погибает, Зишка также отправляется до следующего раунда на отдых, но вот здесь размен есть от Вейзика, но моментально Итаган закрывает позицию шарта. 4-2, Vivictus очень классно прочитали раунд от команды OXZ. Три раунда надо брать кровь из носу команде AOXZ, как уже отмечал Герман ранее, то, что все-таки в атаке брать надо 5 раундов для себя, но хотя бы 5-4. Хорошо сыграть с минимальным отрывом от своего соперника, но давайте смотреть далее. Выход опять же планировался под коннектор, откинуты были смоки, плюсом осколочные со стороны Итагана. Гантели будет закрывать выход на лонг, и здесь же хаешка от цвета хорошая падает под Вейзика. Фрид по-прежнему пока что играет в районе Б-плейнта, но мне кажется, если атака все-таки направится в альфу, такая огневая мощь, как Виталий Попов, очень понадобится. Но смотрим, пока что АОшки медлят с раундом, не знают, что пока что делать. Пытались, видимо, сначала придумать выход под апленд, но потом, видимо, решение было принято с отходом
под Б-сайт. Ну, не знаю, здесь М-ка пропушит шорт, М-ка уже по таймингу чувствует, когда надо это делать. И, возможно, сюда с прокидом как бы надо было бы влететь под шорт. Но вот, да, все, М-ка спалил своего оппонента. Хороший гранатный выход от Тео через мидл должен был быть, а на песках кто? А на песках у нас играет Никита Олейников. Ну и там выход в итоге под Б-плент, и уже эту информацию дает и Замбак, и М-ка. Но Фрид открывается на перестрелку, МК его все-таки перестреляла, и Тагана было смещение, моментально находит минус Зишки, Тео смог разменяться, Райдену надо жить, ой, хорош, хорошая пачка залетает от Максима под Secret Room, но тем не менее позиции бомбсайта не провалились. Ситуация 3 в 2, она вполне играбельна с учетом того хелсбара, который имеется в наличии сейчас у команды AUXM, ну а Тео смещение на мидл, уже 6 хп остается, ну и Гантели все-таки добивает своего оппонента, Райден. Выходит через коннектор, будет занимать аплейн, но опять один против троих. Да, соперник довольно просто отдает позицию аплента, потому что, ну, куда, зачем идти, у вас есть один родовый игрок, это М-ка и два фуловых, поэтому М-ку можно потом просто отправить на размен, а самому пойти и добить уже Райдена. Тем более Райден сам не особо-то и фуловый, и здесь гантели. Отлично, шикарно сыграно. И это тактическая миссия пауза от команды AUXZ, пауза, которую мы вообще практически никогда не видим от AUXZ, и значит, явно что-то идет не по плану, и, возможно, надо успокоить темп команде Art of Execution. Слушай, я даже задумался сейчас, а когда вообще была эта тактическая пауза? Нет, была, последний раз. Была, да, но она больше, наверное, даже не тактическая была, она больше техническая, скорее всего, была. А вот тактическая пауза от AUXZ действительно давненько не припомню. И это значит лишь одно. У команды действительно сейчас проблемы со своим соперником. И надо подумать, как это решить. Но 5-2. С каждым раундом счет все крушительнее и крушительнее становится. Естественно, то, что игроки команды AUXZ понимают, что им надо еще пару раундов забрать для себя, да, для счета 5-4. Не знаю, каким темпом отыграть. Возможно, все-таки стоит попробовать фастануть. Игроки команды AUXZ должны уже понимать то, что здесь фейки не роляют, не заходят. Эти фейки их читают моментально воевиктусы, ну и в соответствии очень быстрые перетяжки имеются у команды воевиктус, когда только-только начинается шумиха там в районе А-плинта или же Б-плинта. Там уже практически вся толпа воевиктусов, парни сидят и принимают. Ну и по стрельбе, естественно, то, что они не уступают своему сопернику. Но вот команда AUXZ два раунда они брали вот таким быстрым темпом игры. С фастами, да, тот же выпад через боковую, когда парни занимали позиции Б-сайта, да, минус М-ка сразу же отключают Secret Room, занимают бомб-сайт. Все замечательно. Возможно, стоит все-таки сыграть хотя бы еще один из этих двух раундов быстрым. Ну и посмотрим, какое решение примут. Возможно, сейчас определяться с вектором атаки. И там, ну, может, в течение минуты, полторы будет идти отстрел у команды AUXZ именно этой позиции. Но, не знаю, фейки не помогают. Да, фейки не помогают, и фейки, знаешь, очень легко читаются. Видимо, какой-то ключевой момент в раунде есть, когда один из опорников под Б, либо под аплантом дает информацию, что захода по какому-то таймингу нет, либо сами игроки полностью чувствуют, что вот сейчас после этих прокидов должен был быть условный заход, захода нет. Это значит лишь одно. Либо соперник просто стоит дальше под своими позициями, либо же как раз-таки уходит под другую точку. И как раз-таки они угадали, что тогда из-под А была перетяжка под Б план. Ну, а Ошки на самом деле могли сыграть еще и дабл фейк. То есть, да, то есть, о чем я говорил чуть раньше, что могли остаться после прокидов гранат. И второй волной уже снова тоже выйти. Ну, может быть, это будет сыграно, но не факт. Но не факт. И, возможно, команда AUXZ попробует сейчас также на очень быстром темпе удивить соперника. И, возможно, уже не под Б-плент, а под А. И коннектор очень как-то боязно играет. Команда AUXZ понимает, что там Томас, понимает, что там Крисы. Ну вот эти крысы надо убивать, потому что во многом Томас просто отрезал одну точку команде AUXZ. Один Томас отрезал. То есть такого быть тоже не должно. Поэтому будем смотреть и ждать, какие решения будут приняты от команды AUXZ на последующие два раунда первой половины. Ну а там, если хотя бы один дадут, то это уже разгромная первая половина будет для команды AUXZ. И воевиктусам в случае победы останется лишь одна карта, да... титулу чемпионов. Поэтому АОшкам пора собираться. Ну что ж, будем смотреть. Будем смотреть за продолжением.
Но пока что действительно неожиданное начало. Ну что, есть прогруз на карту убежища. Будем смотреть сразу же. Давайте посмотрим на расстановку команды AOXZ. Как они сейчас поменяют свою страту моментально или все-таки останутся все на своих прежних позициях. Давайте камеру наверх и смотрим. Но здесь все-таки мы видим, сразу же была проведена рокировка. Фрида с боковой смещают под позиции коннектора. Здесь же будет отыгрывать Тео. Зишка, Райден, Вейзик смещаются сейчас в район боковой. Откинуты уже гранаты, смоки, игра на мидл пошла. А здесь аркада со стороны команды Вейвиктус Еспортс. И М-ка врывается через коннектор, находит даблкил. Но это, конечно, было неожиданно для команды AOXZ. Они теряют сразу же двух ведущих стрелков своей команды, двух уашкеров. Но это очень сильный удар. Так, ну что ж, Вейзик находит первый размен после такого легкого нокдауна от команды Вейвиктус. Да, поджим на коннектор был, пожалуй, наверное, неожидаемый. Неожидаемый вообще никак для команды Artful Execution. Здесь Замбак живет, Замбак еще хедшот ставит. И погибает Олег Ановнин. Максим Бабушкин 1 в 4. Ну, здесь его просто-напросто не отпустит. Как бы Макс не стрелял. Макс, кстати, проводит очень классную встречу. Индивидуально, конечно, выступает очень сильно. Попадает нереальные какие-то хедшоты. И вообще очень много моментов вытаскивает. Но все же это 6-2 для команды Вейвиктус. Так, Максимка отвалился у нас, походу. Да, нет, я здесь. В смысле? Меня опять не слышно было? Нет. Микрофончик, живи, хилься, пожалуйста. Ладно, прошу прощения, ребят, не знаю почему, вот просто чуть громче начал говорить, возник, и сразу же все возвращается на свои места. Возможно, надо чувствительность немного повысить, чтобы меня в ТС-ке было хорошо слышно. Ну что же, продолжаем. Раунд был отыгран со стороны команды Вейвиктус Еспортс в очередной раз. Ну и сейчас АОшки опять же в пятером группируются в районе Аплинта. Надо зайти будет по одному таймингу, ну и в соответствии ХАЕшки нужны в помощь. Да, эти ХАЕшки уже откинуты, и Тагана сгоняют моментально с коннектора, и выход через лонг уже имеется. Фрид попытается добыть сейчас минус для своей команды. Смоки на мидл, но информации по Фридосу не было. Виталий за это наказывает. Виталий пошел крушить. Даблкил от него имеется. Тео подключился, и Райден тут как тут. Не, ну Замбак, конечно, красавчик. 2х прайм закрыл, но еще 3 оппонента на радаре. И очень мало хп. Очень мало хп, и Зибон здесь просто на стрейфе уже ставит пачку. 6-3, дорогие друзья. Ну и что же делать прямо сейчас команде AOXZ? Понятное дело, ответ на вопрос очень простой. Это просто стараться тащить теперь уже на обороне. Ну, если бы все так просто было, наверное, бы игра бы не была такой смотрибельной. Вот, но тем не менее. Как-то сейчас Вейвиктусы должны, во-первых, играть, наверное, нестандартно. Играть, наверное, больше похоже по вчерашним чертежам. Потому что вчера очень много раундов было очень разных. На самом деле у команды Вейвиктус они очень много качали по карте. Они очень много мидл напрягали. Они очень коннектор наседали. И АОшки там иногда на самом деле делали какие-то неверные вещи. На поджимах команде AOXZ нужно играть очень аккуратно, потому что их также чекают команда Вейвиктус. И посмотрим, насколько внимательно Вейвиктус будут сегодня, потому что вчера к ним вопросов абсолютно никаких не было. Ну и сегодня пока точно так же. Но Виталий Попов, судя по всему, принимает решение агрессивно сыграть на коннектор. Да, были откинуты гранаты. Давайте посмотрим за Виталием. Там С5 не было. Нет, судя по всему, С5 здесь не будет. Виталий просто играет на более нестандартной такой позиции. Да, для своего оппонента зря пошел пикать. Навряд ли его ожидали бы здесь увидеть в упоре. Но, тем не менее, откинуты гранаты, откинуты смоки. Виталий остается на своей позиции. Но игра будет через лонг. Судя по всему, здесь Замбак и Гантели пытаются добраться до Вейзика. По Вейзику залетел дамаг. 66% здоровья. Неприятно, но тем не менее играбельно. Смещение с ланга, и Тео находит все-таки минус по свету. И Таган до последнего играет на коннектор. Он ждет очередного поджима со стороны Фрида. Возможно, пытается подловить его на этой ошибке, но вот Фрид идет. Будет пикать или нет? А там он как же мог по таймингу выйти трем сопернику в спину. Но Итаган все-таки эту аркаду дождался. И теперь у команды AOXZ появляется брешь в обороне в лице центрального коридора. И как его будут реализовывать команда Вейвиктус, пока что непонятно. Видимо, что МК играет один под боковой. И вся остальная его команда вроде как устремилась под аплен. Ну что же, Вейзик и Зей. Здесь у них будет приемка коннектора и ланга. Здесь уже два игрока на ланге, один на коннекторе. И Гантели погибает. Отличный спрей от Вейзика. Зей также с машины
Мейзу ставит хедшот неплохой, зомбак разменивается. Но УЗИ огромные проблемы, сюда приходит Андрей Франк и остается лишь Максим Бабушкин. А за спиной, да, его тоже прочекали, и это, судя по всему... Ладно, не буду ничего говорить, клатч раунд 1 в 2. Это было больно, если честно, я думал, сейчас Део выйдет и соберет здесь урожай из фрагов, но тем не менее Архана законтрил МК моментально. Райден остался один, отыгрывает за машиной, откинута граната, вызывает своего оппонента на перестрелку. Максима Бабушкина 14% здоровья остается. Зомбак открывается на перестрелку с аплейнта, ставит точку в раунде, и все-таки седьмой раунд загорается на табло для команды Vivictus eSports. Пока что убежище уже потихоньку начинает близиться к своему логическому завершению, а счет на табло для команды AUXZ просто аховый. Так, ну что, Итаган, уже, кстати, был прокид под Фридосом, минус 31% хелсбара у этого парня, ну, здесь также, в принципе, команда Vivictus неохотно лезет под коннектор, понимая, что там находится довольно опытный соперник, и тем более, что дуалы, скорее всего, точно там присутствуют. Играют через шорт, играют через боковую, и играют через длину, которая падает сейчас у команды AUXZ. Тео нашел размен по свету, тоже не менее важный минус. Итаган в очередной раз ловит Фрида на аркаде, но я не знаю, здесь то ли у Фрида уже немножко пригорает, да, по спортивному, либо же пригорает, как мне кажется, потому что уже действительно идет в открытые действия, хотя ситуация того вообще не требовала. Ну, не знаю. Не знаю, выход под бэплейн готовится. Ну вот разве что Тео может спасти здесь ситуацию. Он единственная уашка у своей команды сейчас. Но МК уже, в принципе, находится под бомбсайтом. Там Райден будет один сейчас на линии огня, как раз-таки секрет рума. Откидываются гранаты, Райдена выманивают на перестрелку. Ну куда ты от них денешься? Просто хаешки под секрет рум, хаешки под ящи. Есть минус Райден, есть минус Тео. Тео опять же пошел стреляться один. И Таган остается под мидом. Он дает информацию о местонахождении Олега Кановнина. От Олега есть минус. Но, тем не менее, еще надо справиться с тремя своими оппонентами. И как это сделать, пока что не знаю, как будет вытаскивать Олег. Естественно, то, что три ствола направлены сейчас именно на прием шарта, но и у Олега с хелсбаром не все хорошо. Да, ну что же, здесь уже и гантели приходят на хелпу, и зомбак, и эмка, все были сосредоточены на позиции Зиги. 8-3, счет становится неприлично большим для команды Art of Execution. Ну и надо хотя бы сейчас стараться хоть парочку раундов для своей дальнейшей уверенности как-то наиграть. Понятное дело, что уже карта, по сути, в лапах соперника, но... Игра ведется до 10 победных раундов. AUXZ это прекрасно знает. Главное парням сейчас не тильтовать и стараться до победного бороться все-таки коллектив. Сколько раз, да, вот выходил на чемпионат и на ланах выигрывали. Должны понимать, что мораль это действительно очень много. Свит смещается тем временем на коннекторы. Здесь же Фрид в упоре. У Виталия есть очень хороший шанс добыть минус, но он откидывает все-таки смоки, откидывает хаешку и в смоках не находит своего оппонента. Есть минус от Никиты. У Вейзика начинаются проблемы. Вейзику надо было прожить здесь как можно дольше, но не удается. Закрывается мидл. Моментально от Олега был только один фраг. Райден все-таки с хаешки забирает гантелю, но здесь Эмка еще смещается через мидл. Забирает Райдена и очередной раунд для Vivictus. 9-3, дорогие друзья, это 6 мап-поинтов за Vivictus eSports. Кто же мог подумать, что и на втором игровом не так уверенно будут себя чувствовать Vivictus eSports. Команда, которая не тренировалась практически весь сезон, просто подчистую выигрывает у команды AUXZ. Ну что же, поехали. Возможно, последний раунд на этой карте. Если же команда AUXZ здесь падает, это уже 2-0 за команду Vivictus. Размен есть под коннектором. Будет пуш ланга, судя по всему, от Зибона. Здесь уже выходит свит. Тео на чеку, отлично. Но здесь Эмка находит размен. Понимает, что два игрока под аплентом. И там Зи все-таки сейвит эту точку. И гантели-то еще живы. Вот гантели это, по сути, большая угроза сейчас для команды AUXZ. Но там Тео и Райден. 9-4. М как сейчас попытался сыграть на песках. Сразу же закрывать Райдена был готов, но Максиму повезло. Очень хорошо перестрелял, но были проблемы огромные, если бы сейчас Райден погиб. Молодцы, молодцы АОшки. Смогли все-таки отыграть раунд для себя, но сколько этих раундов еще надо отыгрывать? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, откинуты хаешки на лонг, но все хаешки просто в никуда отправляются. Фрид в очередной аркаде находится под боковой. По нему должна быть уже информация. Закидывают гранатами, но Виталий Попов не оставляет своей позиции и все-таки Эмка его добивает. Эмку ликвидирует. Эмка ликвидирует Фрида, при этом не потеряв ни одного процента здоровья. У Райдена сейчас будут проблемы. Это, в принципе, его излюбленная позиция. И сюда регулярно уже откидываются хае.
В принципе, это и у зомбиса тоже очень, так скажем, прерогативная позиция. И они стреляют на этой точке действительно очень классно. Но проблема в том, что там зомбак один. Но вот Зибон к нему все-таки. Ой, зомбак, Райден, прошу прощения. Зибон подошел к нему на хелпу. Но М-ка уже влетает в плент, оставляет 20 хп Зибону. А тут шарта, бравые ребята, выходят. Это размены 3 в 2. И как же вовремя Тео приходит на хелпу к Райдену. И как же Максим Бабушкин снова живет. Это 9-5. Ну, Макс красавец, конечно, очень уверенно отстоял на своей позиции. Тео, да, как было уже тобой отмечено, очень хорошо сместился, вовремя сместился, и самое главное, что смог дать килл. Но вроде как два шага сделаны сейчас со стороны команды AOXZ, чтобы выйти на тропу камбэка. Давайте смотреть, будет ли третий шаг со стороны этой команды. М-ка в очередной раз пытается оказать противостояние Фриду. Фрид откинул гранаты и ждет, ждет под упором. Нет, он все-таки открывается. Откинуты гранаты, бейзик, опен фраг. Отличное начало для команды AOXZ, но там через шорт уже будет заходить Свит, а его никто не контрит. И это минус Райден, судя по всему. Да ладно, Свит очень много времени тратит на перестрелку. Ну и там Тео, конечно, дал размен. Зибон дал информацию, что Свит уже также в упоре находится. И здесь МК должен был помогать Свиту, но Свит сам справляется. В итоге и бомба стоит под Б-плантом. Это 2 в 3, как же хорошо раздамажил сейчас Свит через вот эти дверки Тео. И там Вейзик, а Вейзик это 9 хп и зомбак ставит по нему хедшот. Ну что же, Архан, 1 в 3. Нет. Это моментальный спрей от Андрея Франко и 2-0 по картам в пользу WayVictis eSports. 10-5 убежка за командой WayVictis.